Было очень интересно, как бы, дать какую-то цель детям. Они, как бы, и так им хочется посмотреть что-то, чтобы было им интересно. Как бы, готовились мы к этому очень долго и трепетно. И, ну, все-таки хотелось им что-то подарить интересное, предновогоднюю сказку. Мне очень нравится общение с детьми, мне очень нравится играть в подобных мероприятиях. Мне нравится дарить радость детям, мне нравится, когда они улыбаются. Мне нравится дарить сказку детям, когда ты... Первое, это когда ты выступаешь, это очень много эмоций, это всегда очень интересно, а когда ты выступаешь для детей, ты смотришь, как они улыбаются, у тебя у самого поднимается настроение. Нечто очень праздничное и поистине волшебное произошло в день спектакля. Незабываемые впечатления, большую порцию хорошего настроения и море позитива подарили особенным детям их сверстники. Остается только догадываться, сколько времени и сил понадобилось ребятам для того, чтобы смастерить костюмы, выучить свою роль в спектакле, отрепетировать каждую сцену. В постановке приняло участие свыше 50 воспитанников различных объединений по интересам Центра дополнительного образования детей и молодежи города Бреста и объединения «Сердце детям». Всех участников утренника, работая над театрализованным новогодним представлением, объединяла одна миссия – значимая, весомая, особенная. Наши дети очень хотят, во-первых, с ними дружить. Хотят, чтобы у этих детей тоже был праздник. Наравне со всеми детьми нашей республики. И поэтому вопросы о том, что давать или не давать такой праздник, показывать, не показывать, у наших детей даже не стояло. Однозначно да, они готовятся вдвойне вот к этим новогодним елкам. И поэтому сейчас дети получат и одни, и вторые настоящее удовольствие. Может быть, некоторые дети и подарок не получат, правда, к Новому году. А вот наша задача – это привлечь внимание общественности к данной проблеме. Ну и подарить перед Новым годом веселое новогоднее настроение, праздничное, улыбки. Ну, я понимаю, и главное – общение. Для этих деток. Они такие же, как и все, поэтому главное общение. Классическая сказка «12 месяцев» с первых минут захватила внимание юного зрителя. И актеры, и гости окунулись в атмосферу волшебства. Злая мачеха, добрая падчерица, братья месяцы, капризная королева. Игра всех юных актеров была искренней и профессиональной. Травка зеленей. Травка зеленей. Каждая сцена спектакля сопровождалась волшебными картинами и, что самое главное, детским смехом и неугасающими улыбками. И нет больше благодарности, чем бурные овации и счастливые лица всех участников события. Получение такого подарка бесспорно стало настоящим праздником.